Сегодня мы с вами рассмотрим магнитолу АЦВ-АД9001. Ну что, приступим к распаковке. Встречает нас сразу мануал, инструкция, наклеечка. Так, упакована у нас магнитола. Это у нас провода для подключения. К ним вернемся чуть-чуть позже. Вот так выглядит наша магнитолка. Это у нас версия 2.32, 4G. То есть есть уже сим-карту и пользуется интернетом сим-карты, а не с раздачей Wi-Fi через телефон. Ну что, посмотрим набор. В комплекте у нас идет штекер подключения усилителей, AV-мониторов, микрофонов, сабвуферов, AUX-а. Также штекер камеры заднего вида, можно подключить еще переднего вида. Сам штекер подключения, зависит от комплектации автомобиля. Выносная сим-карта, антенка 4G. Выносная зарядка USB, что позволяет вам использовать GPS без интернета. И еще один порт для флешки. На задней части магнитолы у нас штекер подключения, штекера для аудио, AV, сигналов для Canon, для камеры, для флешек. Здесь у нас вход под 4G антенку и антенна радио. Что ж, посмотрим на это чудо техники поближе. Очень хороший эквалайзер, DSP-процессор, что позволит вам настроить вашу музыку так, как вы захотите. Временные задержки, все это присутствует. Что присутствует в данной магнитоле? Есть обучение кнопок руля, то есть если у вас штатный мультируль, то все это работать будет. Есть разделение экрана, то есть можно сделать на одном экране два приложения. Как я ранее сказал, это у нас магнитолка АЦВ-АД9001 2.32. Достаточно серьезный аппарат. Например, пункты по ремонту АЦВ есть практически в каждом городе, и не один. Навигационная система Navitel или Яндекс. Можно скачать также любую другую, абсолютно любую. Для этого есть у нас Play Market. Магнитола тянет абсолютно любые карты, поэтому никаких проблем с эксплуатацией у вас не возникнет. Bluetooth и громкая связь. Благодаря громкой связи по Bluetooth можно принимать телефонные звонки одним нажатием сенсорного экрана. Выход в интернет через Wi-Fi либо сим-карту. Просмотр фильмов, прослушивание музыки с флеш-карты и жесткого диска поддержит все типы и объемы вплоть до 2 терабайт. Подключение камеры заднего вида для парковки, также подключение камеры переднего вида. Также у нас здесь установлена IPS-матрица, то есть она не бликует, с какого угла не смотри, блика не будет. Самое классное, что эта магнитола подойдет абсолютно любой автомобиль. Так она будет выглядеть на Lada Granta, Toyota Corolla, Chevrolet Cruze. Это только основные функции магнитолы АЦВ-АД9001. Если вы хотите узнать еще какие-то моменты, всегда пишите нам в личные сообщения или спрашивайте при личном посещении. Работаем для вас ежедневно с 10 до 19:00.